Что нового в ноябре 2022 года? Помимо прочего, теперь можно рассчитать соединение в нахлёстку железобетонных стержней. Соединение между стенкой и полкой может быть рассчитано по Еврокоду 2. В навигаторе результатов отдельные результаты перечислены в расчете 204. Ввод несовершенств по Еврокоду 2 и Еврокоду 3 был разделен. Теперь при необходимости можно отключить применение ограничения 2/3 по Еврокоду 2. В прошлом месяце был добавлен дополнительный тип стержня. Это тип «модель поверхности». Это позволяет создавать поверхности из стержней в фоновом режиме, и таким образом, вы можете изобразить результаты поверхностей для стержней. Эта функция особенно полезна для перфорированных сотовых балок, так как такой тип стержня позволяет определить, помимо внутренних сил стержня, фактическое распределение напряжений в отверстиях. Расширен тип толщины, слои. Отныне жесткость многослойных поверхностей можно уменьшить с помощью матрицы жесткости. Как обычно, вы можете найти список всех запланированных и реализованных функций в экстранете.